Сотрудники госавтоинспекции совместно с педагогами Центра внешкольной работы провели акцию, посвященную безопасности детей. Форма мероприятия была развлекательной. На сцене выступали творческие коллективы, проводились конкурсы и викторины, в которых дети участвовали вместе со своими мамами. Тротуарные дорожки. Ходят взрослые детишки. Тот, кто знает этот ход, тот зовется пешеход. Хоть и зебра не живая, и не в Африке живет, но она всегда укажет пешеходный переход. Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно. В игровой форме дети закрепили свои знания правил дорожного движения, продемонстрировали навыки поведения в насыщенном транспортом городе, поупражнялись в оказании первой помощи. Госавтоинспекция в первую очередь занимается предотвращением дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. И это одна из наших самых главных задач, и поэтому в борьбе с дорожно-транспортными происшествиями проводим такое мероприятие, там, где мать и ребенок вместе обеспокоены безопасностью на дороге. На сцене знатоки правил дорожного движения соревновались и в знаниях, и в мастерстве пения. Команды справились с заданиями успешно. Госавтоинспекторы вручили грамоты и подарки всем участникам викторин, а присутствующим – световозвращающие фликеры. Павел Павличков, при содействии пресс-службы УГИБДД по Брянской области.